Поем? Это песня. Ты ходил на дракаре, верно? И долго. Видишь, что с моими волосами? За много лет морская соль сделала из них сено. Что ж, держись от лошадей подальше. Ха, ты очень быстрый и крепкий, судя по всему. Но ты не из лагеря Рагнарссонов в Рептоне. Иначе бы я тебя узнал. Я из другого клана. Почему ты так далеко от своих? Меня изгнали. Я стар и слаб. Мертвый груз, в общем. Теперь придется привыкать наблюдать за войной издалека. Тут нечего стыдиться. Немногим воинам удается дожить до седин. Ты заслужил отдых. Заслужил ли? Может, я упустил свой шанс? Раньше я знал, что ждет меня впереди, а теперь нет. Смирись. Плавай по морям, пиши песни, пой их на ветру. Здорово же. Ты молод, но мудр. Тебя и твой клан ждет светлое будущее. Сделаем его еще светлее. Возьми этот ключ. Если будешь в Рептоне, найди у причала мое жилье. Рядом с большим деревом. Внутри мои самые ценные вещи. Забери их. Мне они больше не нужны. Это честь. Это дар старого воина молодому. Да направит тебя Один. Если окажусь в Рептоне, надо будет найти дом старого викинга.
Останется здесь. Половина войска уже у Тамбы. И если что, их поддержат с юга. А мы должны остаться здесь. Защищать город. Жаль. Я бы посмотрел на лицо Бургрида, когда наш... Вот и дом старого викинга. Он просил забрать его вещи себе. Похоже, это все. Здесь столько песен. Чтобы записать их, потребовалось немало времени. Верну сундук старому викингу. Старик, ты оставил пару безделушек. А, ты вернулся? Зачем ты тратишь на меня время? В сундуке записанные тобой песни. Я не могу принять такой дар. Однажды ты захочешь перечитать их. Пусть будут у тебя. Совсем о них забыл. Что ж, вот чем я буду заниматься в своей новой жизни. И только пламя заката сможет тебя остановить. Это мы еще посмотрим. Уже дважды ты восхищаешь меня. Как твое имя? Эйвор. Эйвор. Если боги позволят, я войду в чертог Одина раньше тебя. И когда однажды ты присоединишься к нам, все уже будут знать твое имя. Прощай.
Gestirnir koma aftur kom og borða baunar og fisk. Нужно быть осторожнее.
Тебе кровь! Тут не открыть, только с той стороны. Thank you.
Бдительная тут стража. Покажи мне все. Расправь крылья, Сёнин.
пропущу. Заперли с той стороны. Thank you.
Что ты видишь? Thank you.
нужно быть осторожным. Мы покинем церковь под покровом ночи. В лагерь я пойду одна. Мы не оставим тебя, Эйден, несмотря на опасность. Несмотря ни на что, мы должны сделать это вместе. Мы покинем церковь под покровом ночи. В лагерь я пойду одна. Мы не оставим тебя, Эйден, несмотря на опасность. Несмотря ни на что, мы должны сделать это вместе. Вам что, неведомо, что такие сборища в церкви запрещены? Уходи, язычник. Оставь нас. Ты должно быть Аббатисса. Почему вы прячетесь в старой церкви? Мы не прячемся. Мы хотим покинуть Шир из-за этой богомерзкой войны. Но я в спешке потеряла свой посох. Он попал к воинам из лагеря неподалеку. И я не уйду отсюда без него. Вернуть его — опасная затея для монашек. Что вы надеетесь сделать? Читать Библию, пока воры не умрут от скуки? Не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ты не пойдешь.
Да, может сработать. Или я верну тебе твой посох. Ты нам поможешь? Стычка с мерсийцами – отличный повод размяться. Так что да, я вам помогу. Веди меня. Как давно вы покинули монастырь? Несколько недель назад. Без какой-либо цели. Мы просто хотели сбежать из следа Честера. Пока на троне Бургрет или кто-то из ваших, разницы нет. Такая власть Богу не угодна. Прости за искренность. Ничего. Этот лагерь. Где-то здесь мой посох. Тисса должен быть в этом лагере. Он у меня. Скорее! Бежим к реке! Ты не похожа на других монашек. Голыми руками бьешься против воинов. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Христиане умеют брать дело в свои руки. Мы почти добрались. Линкольншир на другой стороне.
сегодня! Не сегодня! Теперь я видел все. Соберитесь в круг. Помолимся Господу, поблагодарим Его за помощь. Твой посох. Господь послал пастыря, что вел сегодня нас с сестрами. Спасибо. Ты ведь мог пройти мимо. Да, верно. Потому что вы справились бы и сами. Теперь я понимаю, что монашки могут быть разными. Ну, а я поняла, что не все язычники зло. Прощай. Идем, папа, сюда! Я иду. Уже иду. Смотри, какой высокий каирн у меня получился. А, да. Твоя мама говорила, как ты любишь складывать камни. Впечатляюще. И его не сдует никакой ветер. Смотри. Ты дуешь сильнее ветров самого Ньорда. Молодец, Эйвор. Но знаешь, здесь важна далеко не только высота. Форма, устойчивость и красота. Попробуй сочетать их. И попытайся сложить каирн, который будет лучше прошлого. Thank you.
Не стоит привлекать внимание. Сейчас ты умрешь!